Добрый день! Сегодня я хочу представить вашему вниманию книгу известной английской художницы-иллюстраторши Маргарет Тэрент «The Enchanted Fairies Coloring Book». Книга посвящена мифическим сказочным персонажам, эльфам, феям. Итак, приступим к ее обзору. Книга... Формат книги, скорее всего, альбомный, А4. Если сравнивать с книгами Джоанны Бесфорд, то она книга выше, но уже. На первый взгляд она качественно сделана. Страниц всего за 45 иллюстраций приведены в этой книге. И на одной странице оригинал, как раскрашивала Тэрент. А вторая иллюстрация, где вы сами должны ее разукрасить. Итак, смотрим. Вначале приведена краткая история самой художницы. Книга односторонняя. На второй стороне оригинал. Также название этой иллюстрации. По плотности страница средней толщины. Я думаю, только ее можно раскрашивать карандашами, потому что акварель будет для нее слишком тяжела и будут страницы сморщиваться. Для маркеров будет все просвечиваться на обратной стороне. Сами сюжеты очень красивые. Выполнены по старой школе. Традиции старой школы, если правильно говорить. Книга будет очень интересным любителям эльфов, феев. Ну, может, это феи. Хотя нет, у него, наверное, ушки такие, скорее всего, эльф. И как у Бейкер тоже, название цветов, растений.
Мне эти иллюстрации напоминают также наших известных советских иллюстраторов в 30-х, 40-х, 50-х годах. О, как пацаны друг за другом гонятся на рыбах. Я думаю, даже у нее иллюстрации более интереснее, чем у Бейкер. Хотя также надо в этих книгах дорисовывать. Вон кофточка у мальчика квадратиков шахматных. Здесь ее нету. Платье в каких-то рисунках тут нету. Сюжеты такие интересные. Также будет книга интересна тем, кто хочет улучшить свою технику раскрашивания, рисования. Потому что если оригинал, тут же и пустая работа, где можно воплотить либо свое творчество, хотя я это бы не рекомендовал. Все-таки я не думаю, что получится лучше, чем у автора. А технику тут свою улучшишь. Вот очень красивая картинка. Покупал я эту книгу в Book Depository. И цена в районе 8-9 евро. Иллюстрацию.
«Солнечный луч» называется иллюстрация. Итак, краткое заключение. Книга очень хорошая, мне понравилась. Советую ее покупать. Я не жалею о книжке. Притом вышла вторая часть, посвящена которая зиме. Кто любит фей, эльфов и мистических существ, будет очень довольны. Кроме эльфов и, как говорится, живых сущностей, есть и цветы, есть и природа, и пейзажи. Плюс есть оригинальные иллюстрации, не надо искать ни в интернете, нигде. И тут же усовершенствовать свою технику. На этом все. Спасибо за внимание.